Здравствуйте, друзья! Позади меня Коммерцбанк-арена, стадион, который вмещает в себя 55 тысяч зрителей и на котором сегодня проходит не футбольный матч. Сегодня здесь проходит один из самых крупнейших европейских турниров ESL One Frankfurt. Здесь сражаются восьмерка лучших команд со всего мира за титул чемпиона, а также за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов. И по такому случаю, уже как это вошло в традицию, я хочу устроить для вас обзорную экскурсию и показать, что и как здесь расположено, потому что действительно смотреть здесь есть на что. Так что пойдем. Сегодня первый день плей-оффа, и стадион сегодня открылся для зрителей. Вчера проходило все за закрытыми дверьми. И вот уже здесь куча лавок, как обычно, ну, по традициям. Здесь много лавок со снеками, со всяческой едой. Это Харибо, здесь у нас мармеладочки, тедди-биры и все такое очень вкусненько. Да, пожалуй, надо будет сюда попозже зайти. Хот-доги, бургеры. Здесь очень много людей на самом-то деле. Уже время, наверное, около 6 вечера. Игры в самом разгаре, поэтому основная часть народа вся на стадионе. Поэтому сейчас мы туда пойдем и все сами посмотрим. Нужно пройти секьюрити. У нас вот есть вот такие бейджики, пресс. Нас пускают. И вот уже шум и гам стадиона. Комментаторы кричат, нагнетают обстановку. Как вы можете видеть, трибуны пусты. Зрительский зал располагается на территории самого поля. Видимо, это связано с тем, что все-таки очень сложно заполнить стадион на 55 тысяч человек. Но все равно, как вы можете видеть, люди на трибунах есть, отдыхают. Места фактически все заполнены, так что людей много. А я думаю, что к завтрашнему дню здесь вообще будет очень много людей. Пожалуй, даже не нужно говорить, что это. Secret Shop, здесь есть символика с Доты, с других игр. Uncharted, я смотрю. Здесь очень много всяких плюшек с International 5. Вот я смотрю, и виниловые фигурки есть. Самый лучший мерчендайз. А игрушки также. Ну, интересно, коврики. В общем, круто. По-моему, цены такие же, как и на International были, если я не ошибаюсь. О, смотрите, какой классный гирокоптер. Я первый раз такого вижу. Из шариков. Слушай, крутой такой. Я бы такого домой себе забрала. А это, кстати, очень популярная девушка. Она рисует сеты на героев. У нее вот скоро выйдет, я надеюсь, выйдет очень классный сет на SF в виде вороны. А вот этот парень, который сейчас сидит, рисует, это Кункай. Вы, может, его помните еще со старой Доты, когда она только вышла, он рисовал вот эти вот арты. И, собственно, в честь него назван Кунка, который герой Кунка. Сейчас идет игра Liquid против Alliance. Играют они на вылет. Посмотрим, чем закончится это все. Ну, пойдем в зрительный зал, пойдем, наверное, к сцене. Посмотрим, что там. What's this? Shakiro. Shakiro. And monkey from Witch Doctor. Да, смотрите, это обезьянка для, господи, на Witch Doctor, которая сидит в одном из сетов. А это дракон Шакира. Круто. It is your work? Yeah. Gyrocopter, it's also yours? No, this is my Shakiro, but I did not make it. I just got it from this guy. Мне знаете, что доставляет? Меня дико радуют вот эти вот классочки с инвизом, даблдэмэджем и с другими рунами. А знаете еще что? Вот там вот находится машинка, которую зовут Витя. Это не я ее так называла, а это назвали ее так Даня и компания. Посмотри на нее. Вон она там. Машина. Витя. Конечно, вблизи сцена вообще выглядит огромнейшей.
Я еще ни разу не видела вот настолько же, такую же хотя бы, большую сцену. Кстати, вот кабинки команд подсвечены в цвета Dire и Radiant. Интересно. А вот и кубок, за который мы будем бороться дальше и сегодня, и завтра. Ой, как хочется, чтобы он нам достался. Знаете, предлагаю пройти вовнутрь стадиона, в комнаты, где играют ребята, в лаунж-зону. Я думаю, что там тоже интересно побывать. Конечно же, вы уже видели игровую комнату с наших предыдущих видео, но все же хочется еще раз зайти и показать. Возможно, вы не все видели, что там есть. Кстати, что поразительно, скорая помощь прям сидит здесь. А медики, если кому-то станет плохо, они сразу окажут быструю скорую помощь. Похвально. Какая няша. Это, кстати, костюм. Его уже надевали сегодня. Слушай, ну и тяжелый он же, наверное. Я б не подняла его. Итак, мы подходим к игровой комнате. На самом деле всего 4 комнаты для игроков. Каждая комнатушка разделена на 2 поля. Сейчас сами все увидите. Здравствуйте. Мы делим нашу комнату с командой Vega. Замечательные соседи. Лучшие соседи, которые у нас могли быть. Вот таким образом комната разделена на 2 части. И вот вчера групповой этап все команды играли из таких комнат. Причем вот группа А с одной стороны играет, с другой стороны группа Б. То есть команды, противники не сидели рядом, не слушали друг друга. Здесь есть еда, только почему-то ее убрали сейчас туда. Еда, есть массажный стол, на котором мы расположились, и здесь у нас небольшой кабинетик, здесь мы монтируем видео и выгружаем. Да, такое вот у нас рабочее место. А есть тут переодевалки. О, и знаете, что есть здесь? Здесь есть джакузи. Оно где-то вот здесь вот. Общая душевая и общее совместные занятия ванной. Ванны. В общем, мы здесь не плавали на самом деле, но прикольно было бы. Я думаю, можно было бы устроить интервью, вот тут вот записать. Было бы вообще огонь. Так, это значит наша игровая комната. Наши ребята сейчас находятся в лаунже, в VIP-лаунже. У нас туда доступа, конечно же, нет, потому что у нас пресс-бейджи. Но мы наглый народец, поэтому мы сейчас попробуем туда прорваться. Кстати, здесь знаете что? Здесь вот есть такие пресс-боллы. Ну, грубо говоря, попрыгунчик, очень мягкий такой, резиновый. Можно стресс снимать себе, ну и разминать руки. Также есть крем для рук, фрукты, йогуртики. Удивительно, что я запомнила эти все ходы, коридоры. Это было сложно, но я справилась. Тут указателей нет практически. А может и есть, но они как-то нечитабельны. У нас, кстати, есть комнатка, где можно выпить кофейку. Вот так, это просто уголочек один, так он выглядит. Есть снеки, лососик обернутый в пищевую бумагу. Кофе можно выпить. Собственно, это все, что здесь есть. О, наши ребята. Видимо, уже спустились с лаунж-зоны. Так, сейчас мы проходим через студию продакшена ЕСЛовского. Вы здесь ничего не увидите, поэтому мы просто пройдем это. Просто проходим мимо. Нас никто не замечает. И мы идем к лифтам. Лаунж-зона, VIP-лаунж-зона. О, боже, как тяжело. Находится на балкончике. Собственно, доступа туда нет ни у кого. У тех только, у кого есть вот такой бейджик. Мы поменяли его. Был до этого пресс, теперь players. Мы сделали, возможно, не самую лучшую вещь в своей жизни. Там есть еда. Там есть напитки. Там есть еда. Боже. Так, нам нужно на 3, 2.
мне кажется, второй. Кирпичная стена типична для этого стадиона. Ух, смотрите, как затянуло небо. Ничего себе, пока мы тут бегаем по арене, фанимся. Тут целый шторм намечается. Итак, нам туда. Вот, мы, значит, на VIP-этаже. Здесь начинаются лаунжи. Наш под цифркой 229. Идем. Team Navi. Пойдем. На самом деле лаунжи у всех команд одинаковые. Стол со снеками, с салатиками. Вот, можно даже еду показать, какая здесь рисочек, рыбка. В общем, все классно организовано игрокам. Игроки, в общем, не голодные. Ну что, пойдем на стадион. Ой, тут даже клубничка есть. Боже ты мой. Пойдем на балкон. Мне нравится вид, который открывается отсюда. Смотрите. Сцена настолько большая, что отсюда не составляет труда рассмотреть вот самые мелкие там циферки. Вот я, например, вижу счет 11-24. Это хорошо, потому что у меня не самое лучшее зрение. Вот здесь спокойно игроков здесь не трогают, потому что стоит им только спуститься вниз, как тут начинается. Ух! Вот, наверное, здесь мы и закончим нашу... Ух, шумно. Здесь мы закончим нашу обзорную экскурсию. Надеюсь, вы хотя бы немножко прониклись атмосферой этого турнира, этого события. Для нас это праздник. Здесь круто. Да? Побольше бы таких праздников. Спасибо, что были с нами, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, вы бы хотели что-то увидеть, вашу критику и так далее. Мы будем рады прислушаться к ней. Так что до скорых встреч. Пока.